Канализационные очистные сооружения находятся на левом берегу Качи. Общая площадь участка более 14 тысяч квадратных метров. Строительство ведет компания «ЭКОС». На текущий момент построены все необходимые временные здания и сооружения. Почти готов фундамент под станции биологической очистки. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству подпорной стены и усреднителя. Рабочие перемещают грунт с помощью тяжелой техники. Канализационные очистные сооружения будут построены с функциями полной биологической очистки и доочистки, обеззараживания и сброса после очистки в технологический пруд, с обработкой и обезвреживанием. Также на территории предусмотрен цех механического обезвоживания. Это позволит отказаться от открытых площадок, соответственно, в округе не будет запахов. Весь осадок будет обезвожен до 80%, упакован в мешки и утилизирован. Степень очистки здесь будет до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения первой категории. Это самая, в общем, самая высокая степень очистки для сточных вод. С учетом перспективного развития территории северной стороны, департамент капстроительства принял решение об увеличении мощности канализационных очистных сооружений Орловки в 10 раз. Подрядчик является разработчиком проектной документации и заводом-изготовителем. Стоимость проекта около 550 миллионов рублей. Было принято решение увеличения канализационно-очистных сооружений в 10 раз. Это с 300 кубов до 3000 переработки метров кубических в сутки. В данный момент мы наблюдаем разработку грунта под устройство подпорной стены, защиты территории канализационно-очистных сооружений. Сейчас идет первая разработка устройства фундамента, оборудование для биологической очистки этого первого этапа. После ввода в эксплуатацию первого этапа подрядчик демонтирует старые канализационные сооружения. А уже после завершения всех работ запланировано озеленение более 50% всей территории. Сдать в эксплуатацию объект планируют в декабре 2022 года. Яна Витренюк, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.